Слава Украине! Привет от Полонского. Ребята, вы знаете, человек абсолютно не злорадный, но вот бывают случаи, когда просто вот остается развести руками и сказать: карма, карма, да. Так вот, есть у нас, точнее, был у нас такой кандидат в президенты Александр Ржавский. Жил под Киевом и такую занимал, знаете ли, прорусскую позицию всегда еще. Те годы и сейчас, и всегда высказывался в том плане, что один народ, Россия гуманная, солдаты замечательные, все такое хорошее, все замечательное. И говорил такое приблизительно аж до февраля текущего года. И вот случилась незадача. Дело в том, что его обширное поместье находится на территории Киевской области, как раз в том районе, который был захвачен рашистами. Они с удовольствием у него там поселились. Жили, жрали, пили. Он даже сначала был этому рад. Но вы же понимаете, кто такие рашисты. И пусти свинью за стол, она уже ноги на стол. Вот. Они себя начали вести так, как они себя ведут обычно. Как себя ведут свиньи в хлеву. Да простят меня свиньи. Свиньи так в жизни себя не ведут, на самом деле. Как ведут вот эти двуногие. Вот, и допекли даже вот этого Ржавского, он начал им что-то там высказывать, но они, недолго думая, его расстреляли тут же. Вот такая вот судьба человека, который очень сильно любил Россию. Слава Украине!